Безопасность ребенка во время поездки в автомобиле – это первостепенная задача для любого водителя. Для того, чтобы исключить серьезные последствия для маленького пассажира в аварии, его необходимо перевозить в детском удерживающем устройстве. С 25 по 28 августа на территории Кашхабльского района проходит профилактическая акция «Детское кресло. Забота о детях», в рамках которой запланировано профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления перевозки детей без детских удерживающих устройств, а также инструктажи и беседы с детьми и родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Сегодня в ауле Кашхабль проводится профилактическое мероприятие «Детское автокресло» в рамках всероссийского мероприятия «Внимание детям». Цель данного мероприятия направлена о напоминании гражданам о необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей в салоне автомобиля. Сотрудники госавтоинспекции будут проверять соблюдение правил перевозки несовершеннолетних детей, наличие детских удерживающих устройств и ремней безопасности в салонах автомобиля. Кроме того, сотрудники дорожной полиции напомнили автолюбителям, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере 3000 рублей, и обсудили с водителями, к каким последствиям может привести данное нарушение.